Саратовским институтом механизации сельского хозяйства разработан новый способ строительства овощехранилищ. Вместо дорогостоящих бетона, кирпича и железа применяются полиэтилен, мешковина. Основной материал не надо привозить. Стройку ведут там, где он есть. Это брикеты из соломы, снег, лед и опилки. Холодильные установки поддерживают в овощехранилище постоянную температуру, минус 1 градус. В таких холодильниках овощи можно сохранять круглый год.